году хотела себе необычный день рождения, и мы постарались ей его сделать. Сейчас мы узнаем, как будет проходить ее день рождения. Вытягивай. И читай вслух всем, как будет проходить. Посмотреть телевизор с друзьями. Отлично. Отлично. Что, не нравится? Так мы ж не из той шляпы тянули. Не из той шляпы? Не из той, конечно. А ну-ка. Вот это мы делали. Какие вот эту шляпу нашли? Так, сразу вот бумажечку заберите. Всем пришло письмо. А, вам пришло письмо. Так. Куда же у нас письма приходят? Почтовый ящик! А ну-ка погнали! Это будет более логично. Вот, еще нас не забывают. Кто хорошо считает? Я. Все хорошо читают. Ульяна Степановна. В многих городах он есть. В него приходят, чтобы есть. На красном фоне буква «М». Мы все вкусняшечек хотим. Возьми монеты, посчитай, всем поровну вкусняшек раздай. И если будут все довольны, получи задание второе. Так, что вы поняли, что надо сделать? Ничего. Сказка, надо ее услышать. Во многих городах он есть, к нему приходит, чтобы есть. На красной фоне буква «М». Мы все вкусняшечек хотим, возьми монеты, посчитай, всем поровну вкусняшечек раздай. Если будут все довольны, получи задание второе. Монеты? Так. Да нет, это кафешка. День рождения? На красном фоне буква М. А на красном что фоне это? Буква М? Макдональдс! В него приходит, чтобы есть. Макдональдс! Чтобы покупать. Но он не в каждом городе есть, а этот есть в каждом. Там даже нарисовано. Магнит. Мэ. Да. Магнит. Магнит. Так, значит, магнит. Куда мы идем? Магнит. Все довольны. Оля. Стёп, что думаешь, куда идем? Через железную дорогу, но... Нашу диву. Да? Она железнодорожная. Не хочешь? Не хочу. А ты, Макс, как думаешь, куда идем? Макс, нашу диву. Куда еще? Точно? Логично. Трёх ножки. Ты хочешь? А ты, Дань? Ты, Дань, как думаешь? Где будет следующее задание? Нет уже. Мы перешли железную дорогу. Вот мы сейчас находимся вот тут. Вот в этой точке. Нам сейчас надо, получается, выйти на эту дорожку и пойти туда. Туда это куда? Следующий. Куда-то, ну, по тропинке. А в какую сторону? Направо или налево? Так, налево. То, получается, направо. Ань, налево. Налево, налево. Туда. Так, до какого места идти? На дерево. Да? Никуда не сворачивать, это не надо? Надо. Куда? Куда сворачивать? Ну, здесь сворачивать. Вот а здесь? А, так здесь все прямо. Нет, здесь не надо сворачивать. Эйхов, детки, куда путь держите? Кто эту бутылку потер? Эх, чертова бутылка! Вы ее потерли. Меня засадили. Вы в нее. Тысячу лет в ней сижу. Эх, надоело. Ну что, куда идете, детки? Путешествие. О, какой год-то сейчас? Ай, тысячу лет просидел в ней. Клад ищете, да? Ну, я вам дам подсказку хорошую. Давайте. Да. Есть дерево необычное. На нем колдун-злодей, который меня в эту бутылку засадил тысячу лет назад, спрятал странную штуку волшебную. Колбу волшебную.
Но я старый стал за 1000 лет, мне ее не достать. Пойдемте я покажу, может вы что придумаете, как ее вытащить оттуда. Пойдем. Она недалеко. Ну вот это дерево. Волшебно, не стареет совсем. А вон колба волшебная, колдун тут засунул. Смотрите, что можно еще сделать. Палками ее подкидывать. Только не сделайте друг друга, кидайте все с одной стороны. Ничего ты не косой! О, какая-то она поджина. Так понятно, это 1000 лет. А ну-ка покажи, что там такое. О, она поджинная, прикольная. Максан, кто читать умеет у вас по-русски? В горе есть место, где темно. Там пауки, тут гнездо. Там страшно даже ясным днем, там чародей сидит живьем. Бери друзей, беги туда. Ищи, где спрятана звезда. Внутри горы в кромешной тьме, как в очень страшном аниме. Задание здесь, я в темноте. Что может быть темное в горе? Пещера! Ой, детки, не повезло вам, ой, не повезло. Место страшное это, темное совсем. Не, колдун там еще будет сидеть. Там летучие мышки будут. Зато там прохладно будет. Кто знает, где пещера? Я знаю. Оля, веди нас к пещере. Веди нас к пещере. Давайте поблагодарим нашего Джина за то, что он нам подсказывает. Спасибо вам, что у меня высвободили из этой бутылки. Спасибо, дети. Сидел там столько, хоть кто-то потер ее. Это кто? Это мы. Я чернокнижник, великий маг и повелитель мух, пауков. Вы куда идете? В пещеру. А вы знаете, что она проклята? Нет. А вы знаете, что там пауки? Да. А что там летают? Останавливает. Нет. А вы туда все не пройдете. Пройдем. По очереди. Смогут пройти только лишь 3 человека. Ладно, это я. Давайте я. Нет. Мне кажется, вас слишком много. Смогут пройти в пещеру только 3 человека. Которые вытащат самые короткие палочки. Нет. Хочешь пойти? Очень. Я тоже очень. Там тенек. Длинная. Покажи, какая. Как длинная. Короткая. Так. Длинная. Так, у кого короткий? У меня. Идите сюда. Что вам может понадобиться в пещере? Фонарик. Ну что, выбирайте. О, можно мне так? Ладно, мне. Не, мне вот так. Да, вот так. Осторожно, головы! Можно я вылезу? Я комаров боюсь. Они комары? Меня... Не, я вылазила. Ай, у меня еще башка оступилась. Я вылазила. Димон, что вы нашли? Такую ничего? Такую же бутылочку. Таня? Класс! Это где? наверху! Нам серьезно надо идти на вершину? Да, думали, да, нашли. Там класс! Тихо, слушайте, тихо. Дима читает. Думали, нашли и все. Будет вам здесь горячо. Хватайте карту и вперед. Пусть она вас доведет. Вы поднимаетесь скорее в гору. Там горизонт открытый взору. Пусть сильный слабому поможет и вашу дружбу приумножит. Там ждет вас исполнение чуда. Исполнение чуда. Внимательнее, что ж вы так? Инопланетное чудо. Задание 4 будет круто.
немного нравится. Ну, а точнее, немного не до нравится, но нравится. Пить совсем не хочется. Пить не хочется, да? Ага, поэтому и нравится. Сядет Лёша, мы тебя спаснём. Помоги это! Убрал я вашего Лёшу. Вы пришли ко мне. Ура! Заберу с собой туда. Я загадки загадаю. От нетерпения сгораю. На все загадки найдете ответы. Если нет, то вашему Лёше не поздоровится. Пару слов. А, Мия, я не буду больше так убегать, честное слово. Не будешь вперед? Нет, никогда, никогда буду в самом... Будешь в команде? В самом конце буду идти. В команде работать? Да, в самом конце буду идти, все. Помогите. Вот, сделайте выводы. Какое слово всегда пишется неправильно? Я знал. Я тоже знал такое слово. Кто знает говорить, он же меня сожрет. Неправильно. О, у нас есть первый победитель. Что можно видеть закрытыми глазами? Веки. Темноту. Веки. Можно я могу темноту? Давай, давай. Ночью. Еще. Черный свет. Ничего. Почему не веки? Ничего. Нет, еще вариант. Да, правильно. Кто сказал? Так, забери меня с собой, пожалуйста. Чем оканчивается день и ночь? Днем. Хорошо, за каким знаком? Молодец. Да, я молодец. Каким знаком? Мягким. Мы расстрелили! Ещё! Другой путь! Вы прошли немалый путь. Осталось вам совсем чуть-чуть. К финалу близится игра, и вот прощаться нам пора. Берите карту и вперед, вас ждет нешуточный поход. На карте метка вам туда, такой команды хоть куда. Сам клад закопан глубоко, копать его обратно. Но прежде чем его копать, вам надо место отыскать. Вы быстро смогли на гору залезть. Вот вам задание с номером 6. Дайте мне карту, я конечно карту, дайте. Опять на задание не пойдешь. Опять к пришельцу попадешь. Дай посмотрю карту. Я думаю, это конец. Ты первый пойдешь и опять к пришельцу попадешь. Ого. Ого, маршрут какой. А я доходил. Это что там? Карту брать. А вот так вот. Там спускаться? Там вопросительные знаки, вы видели? Пошлите! Я знаю, что за клад! Там будет колбочка, в ней будет написано: поздравляю, вы пришли! И нам еще несколько километров, надо будет чопать домой! Блин, я бы так всю гору бы. Это весело. Теперь нормально, да? А можно сесть и скатить. Да ёбарасы ты! Давай, 1 метр остался. Да, примерно так. Там что-то есть. Бежим! Там что-то синее. Бежим! Я уверен. Вот там был хлебник. Там клад! Вот, ну, клад хотели вообще-то найти. Клад. Еще мы ищем. А вы дорогу знаете? Да, знаем. Ну, показывай. Оля, карту. Кто смелый подойти и карту показать? Я. Ну, на. У меня оружие есть. У меня тоже.
Что-то какая она качественная. Непонятно. Но есть тут одно необычное место. Какое? Тут рядышком. Давай, покажи. Пойдемте, покажу, если не боитесь. Не, не боимся. Пойдемте, пойдемте. Что это? Йорик. Что делаем-то, а? Раскапываем! А не боитесь, там же Йорик! Там нам Йорик! О, класс! Отойдите! Какой это Йорик? А тут коробка, да. А там коробка... Как вам понравилось? Да, что больше всего понравилось? Спускаться, спускаться. А бабушка вам понравилась? Милая такая. Хотелось обнять ее. Да. Да? Пирожки у нее поесть. Из человечины. Ну что, молодцы вы. Я вас поздравляю с окончанием. Вы все выдержали и победили. Молодцы. А у меня вопрос. Да, какой? Написано Йорик. А Йорик это вопрос. Это бабушке надо задать вопрос. Так может быть, это там был похоронен тот, из кого она пирожки делает? Йорик. Маленький мальчик Йорик. Сейчас, наверное, пойдем домой. Будем там хляпушечки, конфетушечки делать. Тихо, 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 с горбом. Тихо. Какой?